Национальное агентство общественного здоровья располагает достаточным количеством тестов для проверки подозрительных случаев на наличие нового коронавируса. А в конце следующей недели будут доставлены еще 1000 тестов от Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Виорика Думбревяну. По ее словам, за последние 24 часа на территории нашей страны не было подтверждено случаев заболевания коронавирусом нового типа. Тем временем Всемирная организация здравоохранения обеспокоилась из-за возможной нехватки медицинских масок в мире. По данным организации, для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо порядка 89 миллионов масок и 76 миллионов пар медицинских перчаток. Для медицинских целей ежемесячно нужны также около 1,5 миллиона пар защитных очков. Дефицит этих средств может поставить под угрозу жизни людей, отмечается в сообщении ВОЗ. Специалисты организации призвали мировую промышленность увеличить производство защитных средств на 40%.